Дорогие друзья, вы, наверное, нас уже не раз видели. Бога называется по-разному, имя Сына — это Иисус Христос. По повторению святого имени связывает человека с Богом. Вы можете проверить, это действенный способ, который меняет сердце, избавиться даже просто от маленькой сигаретной зависимости. На каждом шагу стоят такие острые, потом люди ходят на каждый повороте в аптеке и страдают. Hare Krishna, Hare Krishna.
Yeah, my dad.